Добрый день, меня зовут Александр, и я эколог. Я знаю, что в природе все связано со всем, что ничто не исчезает в никуда, и что ничто не дается даром, что природа знает лучше. Но, к сожалению, многие ребята, услышав эти правила впервые, начинают над ними смеяться и считают, что это просто выдумка, что человек – царь природы, что у природы можно брать все, что захочется. А я считаю, что человек – ее часть, и что крайне важно жить в гармонии с ней. Природа всегда была рядом с человеком. И даже сегодня, когда мы отгородились бетонными стенами и стальными запорами, все чаще нас тянет туда, где мы были когда-то свободны. Но всегда ли это безопасно для природы? Навряд ли. Когда я пришел учиться в университет, преподаватель экологии сказал мне следующие слова. Взрослого человека не переучить, но вот ребенок... Ребенок – это совсем другое дело. Все мы стремимся быть идеальными в глазах своих детей. А значит, если научить ребенка, как делать правильно, мы сможем поменять и взрослых. Педагогом Дворца детского и юношеского творчества Клубинского района я стал совсем недавно, буквально 2 года назад. И сказать, что это изменило мою жизнь, это не сказать совершенно ничего. Что-то из страшных рассказов казалось правдой. Программы, планы и журналы. Никакого свободного времени ни утром, ни вечером. Но все эти истории не расскажут одного самого главного. Стать педагогом – это означает стать своеобразной путеводной звездой для многих детей. Означает найти много друзей среди ребят, а также среди своих коллег. А еще дворец – это отличный способ связать свои интересы с работой, даже в том случае, если у них совершенно нет никаких совпадений. На данный момент я успел познакомиться с 8 программами, но преподаю лишь по 3 из них, самым полюбившимся. Экологическая игротека для самых маленьких, зоолог-эколог как программа среднего звена, а также естествоиспытатели экологии для старших ребят. Мы занимаемся как в классах, так и на выездах. Некоторые занятия проходят в экологической лаборатории дворца, но в основном ребята занимаются в уголке живой природы. Для многих из них это единственный шанс пообщаться с животными, и на каждое занятие ко мне приходят десятки горящих глаз. Мы учимся не только ухаживать за животными, но и понимать их, не только играть, но и нести ответственность за тех, кого мы приручили. На выездах же ребята закрепляют полученные в классе знания и еще лучше познают закономерности природы. Сам же я еще только постигаю все секреты педагогического мастерства, ведь одно дело теория и совсем другое – практика. Я знаю, что плохих детей нет, и кому-то из них нужно просто оказать больше внимания. Что все они любители пошалить и поиграть, но и узнать что-то новое. Я знаю, что в каждом ребенке сокрыт огромный потенциал, и каждый из них – настоящая звездочка. Спасибо за внимание, до новых встреч!